Платить за ресурсы надо, но лишь за те, которые пользователь сам реально и потребляет. К такому нехитрому выводу пришли члены комиссии по работе с обращениями граждан. В приемную председателя партии поступают сотни писем и звонков. Возмущенные жители не понимают, что такое общедомовые нужды, на что они идут и почему за них порой так дорого приходится платить. Можно привести пример по дому в районе Пустошбора, когда показатели ОДН с сентября по октябрь выросли в 4,5 раза. И куда делись все эти потери, тоже совершенно непонятно. Обращаются люди, которые живут в многоквартирных домах, они говорят о том, что они знают, что в доме есть 10 неплательщиков. Долги за электроэнергию по воде у них превышают 4-6 тысяч рублей. Прекрасно понимают, что все это, скажем так, делится на добросовестность граждан. ОДН – это разница общедомового прибора учета и индивидуальных счетчиков. Чаще всего получается, что добропорядочные граждане платят за свою потребленную воду и за воду соседа, у которого счетчика нет. Вот такими соседями власти и займутся. На федеральный уровень предложат ряд мер, которые будут стимулировать установку приборов учета. Ресурсоснабжающим организациям будут рекомендовать увеличить штат инспекторов-контролеров. Наши предложения касаются мер, которые бы стимулировали население к установке приборов учета. Это первое. Потому что если бы на всех домах были индивидуальные приборы учета в каждой квартире и общедомовой прибор учета, не было бы таких проблем. Это первое предложение. Второе предложение. Многие все-таки искажают показания своих приборов или не передают их вовремя. И поэтому мы предлагаем ряд мер, которые бы стимулировали ресурсоснабжающие организации организовать соответствующую проверку показаний приборов учета. Спикер Сергей Пахомов обратился к властям муниципалитетов. Им он тоже предлагает заняться решением проблемы с ОДН, а конкретно внести свои предложения по выходу из ситуации, разработанные совместно с ресурсоснабжающими компаниями и управляющими организациями. В теплых кабинетах сидеть, подсчитывать прибыли, как говорят, это на самом деле несложно. А как речь заходит о том, чтобы пойти к жителям, поговорить в том числе и о проблемах, здесь на первый ряд выдвигаются чиновники, депутаты, которые обязаны, собственно говоря, это и делать. Предложение для рассмотрения в облдуме власти должны разработать до конца следующей недели. В случае промедления Сергей Пахомов лично пообещал отдать глав муниципалитетов на растерзание жителям. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.